Вы думаете, он один здесь такой? Нет. Здесь. Валера, аккуратно. Здесь у нас. У меня сапоги с эпицентра. Со мной ничего не случится. Что-то Тарас комбинирует. Уже не хочет идти по краю. Решил идти по колее. Саня там газует. Говорит, сейчас я покажу. Да. Видео, конечно, затяжное. Ну, я думаю, что для вас это прошло 5 минут. А для нас уже прошло минут 35-40. Так, и надо сейчас идти смотреть, чтобы на одну сторону не намотало троса. Оп. Сейчас Тарас будет меня ругать. Я говорю, что резина 38-я. Вы смотрите, нету шашечек сбоку, она не цепляется. Вообще. Она даже не бросается грязью, вы посмотрите. А Сильвер пойдет здесь своим ходом. 40-й треподор стартует. 40-й не пойду здесь. У кого-то есть 40-й у нас? Угодно. Угодно, да? Проверим. Внизу нас ждет патрол на 40-х треподорах. Но треподоры говно. Ну, мне кажется, что это где-то на уровне треподоров, эта резина. Знаешь, что надо сделать? Через шашечку порезать, Тарас. Во-первых, обличишь. Через одну шашечку. Хотя бы по половинке шашечки. Я понимаю, что я тебе как еврей говорю, надо резать все. Но... Даем мы песни бравым хлопцам. Пошла. Короче, есть песня такая после... Или фраза после дождичка в четверг. Так вот, сегодня четверг. И дождик был. Вот это так называется. После дождичка в четверг. Я не помню, сколько машин, 5 уже на лебедке вытащились. И мы сейчас 3 еще. Внизу 2 точно. Извините. Так. Мы... Короче, угол подъема. Уже Тарас штурманит. Машина глохнет. Лебедимся уже метров, наверное, 400-300, без вариантов. Вот сейчас нам осталось еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и мы будем на свободе. И сможем выпить кока-колки. Еще что-то будет? Что-то я начал очковать уже. Зарал. Кого перебрал? Окошки? Я бы что-то прокомментировал, но не могу. Идет. Я бы, конечно, поинтересовался, что ты делаешь. Я только что очканул 2 раза. А что ты делаешь? Не пойдем, так треба зимкать. Там мы и шли, надо было просто догазовать. Там зараз подъем начинается, треба тут поговорить. Что-то я, бля... Можете выйти поснимать? Просто когда ты на задней передаче спускаешься вниз, я не понимаю, ты контролируешь ситуацию или она просто катится вниз. Чем нас?
школе мы так не спешим. На завтра. Там мы челком цепляем, я так понимаю. Охренеть, а как это так? Я просто хотел сказать, что 35-м колесом... Блин, внутри так страшно, что просто. Как это страшно? Ты-то понимаешь, что происходит, а я-то нет. Ну, подвой еще колы нарезу. Е2? Да Е, вроде бы и передний Е. А ну гляну сейчас. Ну, сейчас не то. Сильно? Да нет, только снизу разули. Прикольно. Там крата нема. Можем за дерево. Только надо здорово туда спускаться, вон до того дерева. Не, не будем, будем. Бодя, Бодя. Что ты там делаешь с бедным покровом? Машину рівня. А, зазор... я роблю, ты за рулем. Зазоры выставляешь? Так да, подожди, ты, я... ты поломал машину. Я садился, она была нормально. Не, я тут не знаю, я просто, вышел. Я сдал метр назад. Я вышел, все было, было нормально, все взяли. Я метр сдал назад, полтора. Я не знаю, я ничего не знаю. Давай, сейчас лебедку через низ, через бампер пропустим. Какая хуета. А как в городе вот менять колеса, а? Я тебе сказал, что хуета с ними починалась. Да. Короче, план такой. Цепляем вот эту беду, блок наверх. И лебедочка через него раз, раз, раз и чики-пики. А где, дай мне пульт от лебедки, чтобы я мог тебя трос отпустить. Этой высоты не хватит нам, надо выше, раз. Для плачка? Перевешивать надо, да. Я же тебе сказал, ты специально все кучишь, видишь? Ладно, я могу здесь пока убирать глину, правильно, изнутри? Я так и знаю. Здесь как раз удобный доступ, комфортно. У меня где-то ложка есть. Можем ложкой это все. А теперь на удавку здесь. Отпусти еще лебедку. Ай, бля. Еще с лебедкой не все хорошо. Эти руки. Блин, что эти руки? Вот раса руки, да, да. Так, кто-то похвалить и все. Бампер это Федя ставил? Да. Не оторвется? Да не хватит, видишь? Серега, руля чуть провисше. Провисше. Или пару раз надо замотать краскозащитку наверху. Или перекинуть ее выше. Замотай два-три раза там наверху и все. Так. Да, где-то что-то не то. Я же тебе говорил, два раза надо. Что-то так, пошло не так. Да, так это хорошо, что нас там не было сейчас под низом. Поэтому я тебе говорю, в любом случае два раза. Это мясо. Блин, вот это я понимаю. Может шампанского достать? Давай. Да нет, ты впереди говорил, что там, блин, зле. Там уже... нам надо успеть сделать колесо. Пока нас не догнали, чтобы никто не видел. Я работал на шиномонтаже, и насколько знаю, то... Значит, если не привыкнут, то має бути краще.
Слышишь, может полностью ее это, может огнетушитель возьмем? Нет. Так может ее с крыши полить уже и... Да. Ты что-то очень много налил. Да, все подзим. Возьми какой-то это, одуванчик, подпали. Ты же понимаешь, что ты еще всю покрышку полил? Да. Возьми хоть тряпку какую-то. Есть тряпка? Нет. Только здоровую. Блять, я тебе хочу сказать, эта тряпка ни хрена не здоровая. Нет, так я думал, чтобы тушить машину. Бля, я сейчас посмотрю хотя бы. Парни, я не знаю, за что надо будет хвататься. Каремат. Раз, два. Не-не-не, я думаю, что... А нету карплинера какого-нибудь? ВД-40 тоже нема? Ты хорошо поешь, главное. Я два раза очканул и вышел из машины. Как определить, джипер диванный или не диванный? Если у джипера вот такая сумка от насоса, от компрессора, то это точно не диванный. Ай, накачали колесико, одели его вручную. И что, у тебя есть план? Появился план? Хороший. То есть план, мистер. Сцепление получается. Надо два раза выжимать тормоза, пять раз выжимать. А можно узнать адрес СТО, чтобы дать рекламу? СТО сам авто, будет украинский, не помню точно номер. Блять, как ты. Ребят, я очень сильно хочу извиниться за маты, но я не знаю, ну... Реально я туда не хочу ехать. Он меня заставляет. Вот я не хотел туда ехать. Но он говорит, садись, поехали. Я, блин, очкую. У меня, между прочим, тоже ребенок есть. Окей. Да нет, сейчас мы на накачанном как пойдем. Ебать, тарахтеть. Ехала. Идет. Закапываемся. Давай попробуем в поле упасть, не? В правую только. Давай в правую упадем. Давай назад. Там мочар. Можем подлебедиться. Давай пробуем, коли упасть в правую. Вон насмухляный хлопчик. А? Я говорю, насмухляный хлопчик, а? О, как хорошо, смотри. Я ничего не хочу сказать. Ой-ой-ой, как оно бежало к нам. Обрадовалось такое. Валерыч, да. Поднимайся. Это ты капучал. Да? Да.
Все вы так заманите в Коломыю, приедь, горы посмотришь. Да, сразу понимаешь. Там слева есть объезд, если что. Там дерево поломанное. Сука! И вправо сразу. А там дальше тоже можно. Пробуем дальше. А, поломано. Ничего, опа! Ух! На два колеса не обязательно было остановиться. Ой-ой-ой. Это было больно. Это пан сам высел. А, так я здесь был, да. Я еще видел здесь видео, когда на Ланосе, на лифтованном здесь. Полный бачок, когда здесь полным ходом назад? Нет. Погоди. Нахрена? Ну, он полный выйдет. Да ну нахрен, но... Я не хочу, конечно, пробовать это, но... Здесь не такой большой уклон. Кто спондер? Собака обосрать. Нагрелись? Чуть-чуть. Ты нагрелся? Я вспотел. Я думаю, шампанское. Шампанское. А больше не будет ничего дальше? Два крена и все. Боковых? Ага. На левую сторону. На траве? Угу. Не-а. Я так и знал. Не знаю, но вот оттуда, где-то снизу, мы рубанулись и сюда выбрались. Фу. Я не знаю, вы понимаете, оно не передает, вообще не передает. Я еще заставил лобовуху планшетами, уже даже когда внутри едешь, он едет, говорит, что мы как не спокатимся, будет нам здесь кранты. Да я ехал, не знаю, блин, горка, но... Только у машины тормозов нету. Ну хоть ручник есть. Вот там вырубка. На звездку ехать. Бой, ты на звездку? Да, Камалюк на звездку, завжди. Зараз буде здесь сырость. Жесткий подъем. От ви виїдете вже там, де ви стоїте, там плюс-мінус трошки рівно-рівно. І потім починається підйом, і колія така, ну, типу, поряд. Дивіться, коротше, заскакуєте в ту колію і йдете до упора. До упора. Газ не скидаєте взагалі, вже наверху будете зупинятися там, ну, типу, трохи остинути. Зрозумів? Ти думаєш, це єнот? Ні, думаю, це або кінь, або олень. Я не сильно розбираюся в цих. Ні, так мало то, що він помер, його хтось і з'їв. Ну, то я би теж його з'їв, він був сіром. Обгладав? Хто ти? Поконки великі. Ну, на коня похоже. Ну, похоже на коня, да? Так. Шкода коник. Або олень. У них медленные лебедки. Угу. Смотрите, уже две бутылки водя, шампанского. Водя. Парни, честно. Это кайф. С хорошим человеком. На полонине. В креслах. И наблюдая этот вид, вот я не могу, вот, вот смотри, как он, ну тут... Вот ведь ты приехал. Ребят, целый день едем, рубимся по жесткачу. Просто, блин, нас умарило. Получается, мы отбились, мы догоняем сейчас лагерь, а за нами еще 5 машин, которые еще лебедятся. Вы помните, мы там лебедились? Я не знаю, что, но... Короче, жесткач такой. Это так, дождик пролил чуть-чуть. Ну, я не знаю, как-то раз меня еще терпит. Я два раза сбросал сцепление, летел вниз на лебедке, потому что я не знал, что нету тормозов в патруле. Тормоза, ты знаешь, тормоза придумывают. Да, но я не знал, что патруле так работает. Ну как, я знал, что патрули работают ручник хорошо,
У меня ни на одной машине ручник толком не работает, никогда не работал. Что-то я плохого сделал. Вроде бы сидели, как люди, разговаривали. Даже колесо бортировали вместе, хотя ты говорил, не надо. Я сам все сделаю. Облил бензином. Так, это был мой промах. У нас будет заплыв. Да? Да. Знаешь, мы обставили торгтехникой здесь. Планшеты. Я ни хрена не вижу. То есть, надо вообще... Кто-то там уже до нас доносится. Или лагерь. Прикольно. Что там прикольно? Затирает резина, я понял. Ух ты! Море, море волнуется. Раз. Море волнуется. У нас ничего не отпало только что. А там у нас ничего не отпало только что. Потому что это, я надеюсь, это не ты? Что? Запад, это я здесь. Мое, поплыли. Поплыли? Давай, езжай, я не хочу заброды девать. Что смердит? Валера! Да блин, ну случайно, но... Ну испугался. И чуть-чуть. Испугался. Уже все, Валера. Ой-ой-ой! Может, я лучше за руль сяду? Будет намного страшнее. Только что упала штука баксов. Скажи, что мы едем. Я за тебя переживаю, бо ты не схудный. Только что прилетело. Ребятки, мы доехали. Глухий має бути на радіаторі, а з клапаном має бути на табачку. Та ви що? А що не так? Михайло Михайлович, ми не з космосу упали, якщо. А що не так? Одінь, блядь. А як має бути? Блядь. Та глухий на радіаторі має бути, що? Та який хуй мій радіатор, блядь, чіпав? Ну я не знаю. Це гусули... З клапаном на радіаторі, там глухий, і це хуярило нас. Гусили на українському балакають. Кожних 5 метрів, блядь, чистить. Я їм ремонтував, з дехвіски мені. Та тікай, ремонтував, не гріється. Але ні, воно під гор гріло. А ви все бухаєте, так? Я вже думав, воно не гріється. Я вже зуби проговорив. Я не знаю, ні, діта, ми вже успіли розбутися, обутися. Доехать, ну. Вот и наш лагерь. Там кто-то, туристы стоят лагерем. Мы стоим лагерем. Люди ходят. Что на Хрещатике? Надо где-то палатку ставить. Thank you.
сегодня хочу наконец-то мясо попробовать. Ну, Диму ждали. Дима, двигайся. Целый мангал мяса пожарили. Ай, блядь, пиздуни. Що пиздуни, дивись. Ми вже один день такі та знали. А ти навчився писати і розмовляти? Право, я голодний їм. Это у нас в лагере еще нету двух или трех машин. То есть реально уже все покушали, костер вон мы разводим. А еще нету всех. А кто знает, сколько машин еще нету? Дима, сколько еще машин нету? Две или три ты бросил там? Сколько машин ты там бросил? Две или три? Три, да? Можно запустить. Вот смотрите, экипаж нашел 4 гриба. Маслом все разом. Я не знаю. Сейчас пойду покажу. Это винный шоу, цельный шоу. Я тоже нашел грибы, вот они. Вас зашел. Завтра дозбираємо, внизу в смолоді ще з десяточок. І тоді ми це гарно в котілок. Це наш лагерь. Фу-фу-фу. Хорош, раскорячка. Влево руляю до конца. Стой! Не, я эту дорогу знаю. Тут дальше прямо, которая. Там, конечно. Ну, там деревья есть, да. Но там диагональное потом вывешивание такое, что ебануться. А что тут тормозишь? Что ты не едешь? То есть тебе спать не хотелось, да, так понимаю, в лагере? То есть ты говорил, весь день я хочу спать, Специально вообще, да? Ну, две машины, да, то есть это две машины. Да, специально. Я еще с тобой только поехал, потому что там впереди есть 4 жи. А в лагере ни хрена нет 4 жи. Дима там тоже не выехал, да? Получается. Сука, ночь холодная будет. Лера, давай сюда. Бля, у меня два одеяла и зимний спальник. Это пиздец, я не простою ни такого. Да, я понял, я тоже как бы... Я максимум сможу храпить, как паровоз. А в том-то и дело. Я лучше сам. Я уже здесь ночевал, здесь холодно, сыро, холодно. Диму не потеряем. Хорошо. О! Смотри, какие-то джиперы здесь. Это тот джипер, который говорил, тебя никого не бросил? Да.
Вертеж никого не бросил. Нет. Це дура. Доброго дня. Що там? Що зараз туди зацепиш? Да? Та є, звісно. Вже воді його знайшли. Чи ви не це? Це. А де він? Що там? Десь внизу там, де колода була. Ну, я їхав, Владі каже, ззаді є машина. Ми колоду переїхали. Поїхали. Виїхали наверх. Чую, сверлить. На зв'язку немає. Мені. Чи ти хочеш генератор глянути? Кого? Ну, в нього каже, генератор йому. Чи не чув? Ти мені тими страшними, мокрими стежками возиш. А чого ти тормоза жмеш? Все одно нету. Или есть все-таки что-то? Сюда закачать так нет. Я что-то качал три раза, блин. Не помогает. Вот тут связь есть, да? Это милая, узнаю по походке. Просто ми зробимо хуйню, якщо ми зламанемося вниз, а він там десь підйде. А ми потім не підіймемося. Да. Так, подожди, здесь связь должна бути. Бодя, є кон... Богдан, що там у вас? Ребятки, вот так ми паркуємося. У нас тормозов нет. Вот это мы припарковались. Фух, до этого пенек сбили. Это нам... Работает. Да. Вот дерево ебал. Да, блин, а то, что ты столбик сбил, ничего? Валер, пограничный. А, Валер, ты заебашился, что? Нет, это мой не, друг. Не твоя, мой друг Тарас. А ну попробуй, работай. А мне понравился ваш ответ, конечно. Ну вам помощь нужна, такие, мы не знаем, блин. Два проблемы знаю, блин. И надо, и как будто не Тарас, надо. Право, лево, где куда нажимать? Ну что, работай. Что за трасс включен? А? За трас мужчина. Все, я иду к машине. Нема, блядь, не стягивайся. Так а куда? Давайте через дерево, через блок. Нема проблем, зачекайте. Да, поливай его, поливай. Так, смотрим, что происходит здесь. Да, происходит здесь, конечно, вообще жестяк. Потому что мы уже стали лагерем. Здесь такой мочар, что просто капец. Такой мочар, что... Блин, я утонул. Колеса все крутятся. Я хотел удостовериться, что все хорошо. Короче, носки мокрые, боты мокрые. Неправильно выбрали траекторию. Тарас, он едет хорошо, он попал в мочар. Там мочар такой, что просто жопа. Он пойдет дальше, все крутится, все нормально. Дальше он пойдет своим ходом. Отпускай переднюю лебедку тоже. Да, и едем. Он сейчас пойдет своим ходом, потому что он в мочар попал. Не-не. Отпусти чуть-чуть. О, супер, все. Сматывай. Руслан, чепляй на роги. Коксу стартуй и до конца, до самого, пока не пойдешь, да. Только газ не отпускай. Бля, я уже поехал до вас напиться. А мы тебя ждали, мы не пили. Точно? Да точно, но. Ну. Да, только да. Дима приехал, все мясо сожрал. Подожди, мы вернулись, подожди, ну мы вернулись. Мы же не такие уже подлюки, что. Дим, сейчас мы уже выезжаем все потихоньку. Дим, выезжаем потихоньку, сейчас я выезжаем. Окей, давай.
Дрожь парса. А мы как выедем, босс? Выедем. Ты не в очередь выйдешь. Да? Я ж ментяра. У меня тоже мокрый, я в мочар только что спустился, провалился. По самые ягодки, блин, провалился. Что, я поехал? Да, поехал, да. Пацаны! А мы с тобой вдвоем остались, да? Мы ж банда. Хуя себе дерево, блядь. Не, вначале столбик захерячил, а потом дерево. А я, честно говоря, не подумал, как ты будешь останавливаться. Не, ну, в принципе, решение неплохое. Это ж Карпаты, детка. Ты смотришь по пути отхода? Давай, коксу назад и вон туда. Что-что? Да. Тебе надо как-то выскочить сюда. Я выскочу, запытай, чего не стоит. Бодя, чего вы стоите? Бодя. Раз патрол. Два патрол. Горб. Градусов 47-48. Этот сел на мосты. А у нас нету тормозов. Мы кое-как выскочили из колеи, чтобы не пойти вниз. Просто. Вообще стоит машина. Тарас, вот он стоит вообще на месте. Подожди, я пойду спущусь, посмотрю. Тарас, стой. Машина вообще не двигается. Подожди, сейчас гляну. Крутани колесами, Сереж. Не, газом, газом передачу. Супер, отлично. Давай, руль влево. Руль влево. Еще влево, да. Тарас, тяни, давай. А ты руль левее и пытайся выскочить. Держи левее руль, да, ты на серверах, чтобы зацепиться. Супер, давай, давай, так и идем. Пробуй крутить рулер влево-вправо, влево-вправо. И как чувствуешь, что нет, влево-влево, давай влево-влево до конца. Еще влево до конца, влево до конца. Сидела и вообще стоял на месте. Принял. Да, 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 пробуй, пробуй. Стоп, стоп, стоп! Всем стоп, подождите. Сереж, связь с тобой есть? Супер, сейчас я тебя вцепляю и пробуешь гнать. Тарас, отпусти. Тебе не надо пока. Тарас, отпусти лебеду. Наехал чуть-чуть.
Задний. А руль, руль вправо. Вот чуть-чуть правее, правее руль. Давай, и давай. Погнал на когти, погнал. Давай. Нет, тут не было. Давай. Нет. Да хуй там. Ура. Послухай мене. Давай. Не, все. Це, давай я тебе залебежу и не будем ебать мова. Нихуя себе, блядь. Не, давай. Ты своего штурмана мечты, блядь. Чуешь, давай налево чуть вперед. Тарас, давай налево вперед. Давай налево вперед. Більше ліво. Давай, 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 давай. Стоп. Тепер різко, блядь, вправо назад. Давай, розвернемося здесь. Не треба газувати, просто розвернешся. Ну, як хочеш. Блядь, Тарас. Дима предлагає тобі здесь розвернутися. Дивися, ти тут уже сюди, блядь, зараз висунувся. Руль вправо і акуратненько назад їдеш, і потім сюди наліво і погнав. Давай, давай. Давай, давай. Стоп. Давай, 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 давай. Стоп. Блять, ну його нахуй. Вперед тепер, Тарас. Давай тебе потяну. Та ви заїбали, а потянуть я поїду вниз, блядь. А йди ти страху. Не, не надо вниз. Потянути. Стоп. А що це він придумав? Короче, он решил с самого низа стартовать. Нам, Тарасику, до зустрічі! Нам коломийских не понять. Ну куда он поехал? Ну обиделся на тебя. Ты, во-первых, неуважительно к нему вот как-то относился. Самое обидное сегодня должно быть мне. Не за шишкой поехал. Что должно быть? Сегодня должно быть самое обидное мне. Я слабое звено. А я не люблю быть слабым звеном. Ну, бля, я тоже так там думал, но, бля, ну, познакомился с этим человеком, Тарас. И теперь я уже не слабое звено, он слабое звено. Тарас, а что там, блядь, там что, есть разворот? Да. Помнишь, там внизу в Колобане? Да. Он там развернется сейчас и на парах выскочит. Да, бля. Доброе утро, господа. Бля, какая ночь была. Палатку кто-то рвался, кто-то ее лизал. Просто капец. Эти старики-разбойники, они такие крикливые, что просто капец. Блин, что ты здесь кушаешь? Что тут мою палатку эту? Костер вонял всю ночь. Мне, я когда шел в армию, знаешь, что меня учили? Говорят, если тебя не дают спать, ты берешь и самого говорливого и сразу, блин, в рыло даешь. Вам что, не спится, а? А где здесь туалет? Блин, надо закрывать палатку, потому что эти еще из палатки что-то спиздят.